Место для остановки и остановись. Что нужно сделать? Да включи ты поворотник. Начинай торможение. В зеркальце смотри, где автомобиль твой едет по отношению к бордюре. Выравнивай руль, а то мы сейчас наедем. Все, остановилось. Мы, в принципе, трогаемся, когда начинаем движение. Ты посмотрела в зеркало и по первой полосе поехала. Выбирай место для остановки. Что нет? Поворот не включила? В зеркало опять смотри. Только запомни, если... Стой, все, хватит. Запомни, вон там места очень много для того, чтобы остановиться. Ты смотришь в зеркало, а поехали, бьешь перед автомобилем. Не надо. Ты должна видеть, как ровненько у тебя машина вся подъезжает. Выбирай место для остановки, остановись. Ближайшее. Поворотник. Какой поворотник включи? На остановку заруливай. Только надо вначале это заезжать. Едем в конец остановки. В конец. И также смотрим, чтобы не ударить машинку. Ну, кручивай руль немножко левее. И вдоль вот этой бордюрки едем. Едем. Здесь и нам тоже видно, что мы не задеваем. Все, остановилось, поехали. Смелее. Газу. Вот. Без остановок, главное. И все. Выбирай место для остановки и остановись. Притормози еще, в зеркало посмотри, расстояние какое. Мы видим автомобиль? Да. Ну и все. А мордой ты видишь, вот, куда ты лезешь? Там вообще чуть-чуть не надо. Надо останавливаться так, чтобы я смог выйти, понимаешь? А я не могу выйти. Поехали.